быть красивой. Я тогда за... Всем привет, мои красотки. Меня зовут Татьяна, и добро пожаловать на мой канал. Девчонки, сегодня хочу с вами поделиться находками, просто бюджетными, новинками. Я их уже тестирую 3 недели, еще тестировала неделю до отъезда, но не успела снять видео. И сейчас хочу вам снять видео на 5 новинок, которые вообще просто шикарные. Мое любимое слово просто, конечно же, шикарные, поэтому это 100%. Это, конечно же, сыворотки. Я захожу в магазин, и тут вижу новинки комплимент. И это все сыворотки. Это то, что я вообще обожаю. Просто я не пользуюсь кремами, кто меня знает давно. И я просто только пользуюсь сыворотками. И тут захожу, и дневная, и ночная, и даже сыворотка для жирной кожи. Это вообще просто что-то с чем-то. Итак, приступим, я думаю. Первая сыворотка – тонизирующий коктейль-активатор для лица. 10% витамин С, эластин. Активный энерготоник. Витаминизация и тонизирование. Восстановление эластичности и сияние. Замедление процессов старения для усталой кожи. Вот так это выглядит. Отсвечивает. То есть желтенький энергококтейль. Какая цветом коробочка, такая цветом и жидкость внутри сыворотки. Достаем, открываем коробочку и достаем баночку. Как и положено, сыворотки хранятся в темном стекле. Всегда. И, как правило, лучше их хранить в холодильнике. Я их храню либо в темном месте, либо в холодильнике. Вот хочу вам показать и убрать уже в темное место. Значит, здесь пипеточка. Такая длинная пипеточка. Девчонки, запах у них у всех разный. И запах просто бомбический. Каких-то дорогих таких духов, знаете. И эффект от них у всех просто бомбический. Вот все, кто увидит, я просто не видела еще, чтобы девчонки показывали на дубе такие сыворотки. Может быть, кто-то и показывает, кто у кого там первое. Но тонизирующий коктейль-активатор для лица. Я его наношу для усталой кожи после поездки. Мне нужно вернуть тонус, потому что кожа обезвожена. И реально, вот на сейчас уже 3-ю ночь я наношу на ночь. Это просто утром встаешь, у вас разглаженное лицо, никаких мешков под глазами, просто шикарный у вас вид получается. Кто увидит, обязательно возьмите. Следующая сыворотка, вот такая она фиолетовая, но жидкость там, по-моему, прозрачная. Восстанавливающая сыворотка, реаниматор для лица, 10% фруктовые кислоты, коллаген, мгновенный лифтинг. Коррекция возрастных изменений, моделирование овала лица, релаксация мимических мышц. Эту сыворотку я наношу, жду немножко, и потом валиком, роликом, мезороллером вы можете пройтись по лицу, чтобы для расслабления мышц, как здесь есть фруктовые кислоты и коллаген. Чтобы туда коллаген у вас как бы глубже зашел в кожу, нужно проработать эти мышцы либо массажем, либо каким-то роллером, мезороллером. То же самое, темная баночка, точно такая же пипеточка. Здесь вообще просто запах, я не знаю, какого-то авокадо, манго. Значит, по липкости вы наносите, они немножко липкие сразу, но потом эта липкость исчезает. Не нужно много наносить, лить прям на себя. Пол пипеточки, вот пипетка вот такая длинная, половинку вы захватываете этой жидкости и вот так распределяете на лоб. Вот сюда под глаза, вот на носогубные складки и вот на овал лица я тоже на подбородок наношу. Вбиваю, либо мезороллером прохожу и все, оставляю, ничего больше не делаю. Следующая коробочка точно такая же, но сама баночка маленькая, так как это заполняющий гель-филлер для области вокруг глаз. 10% пептиды, 10% гиалуроновая кислота, глубокий ботокс-эффект, сокращение мимических морщин, уменьшение темных кругов, восстановление эластичности и упругости от морщин вокруг глаз. Запах вот у этой малышки самый лучший. Здесь маленькая баночка, в отличие от других. Вот, можете сравнить. Маленькая баночка. Но у нее самый вкусный запах. И у нее по консистенции маленько гуще сама сыворотка. Особенно, когда вы из холодильника забираете эту баночку, она холодная, наносите просто вот так под глаза, и у вас мгновенный такой лифтинг под глазами.
И знаете, такое ощущение, как будто прям стирает эти мешки под глазами. Вот просто, не знаю, может быть, у меня такой уже эффект. Но вот кто попробовал или уже... Да, кто уже попробовал, напишите в комментариях, кто вообще видел эти сыворотки. Потому что я видела это только в одном магазине. Ни у кого из девчонок я их не видела. Не знаю, кто еще пробовал. И четвертое, это просто. Я сначала не поверила глазам. Корректирующая сыворотка для лица. 10% гликолевая кислота и 10% ниацинамид. Не знаю, что это такое. Интенсивное матирование. Вообще, видели хоть раз, что было написано на сыворотке «интенсивное матирование»? Я сначала не поверила. Сужение пор и выравнивание кожи. Уменьшение жирного блеска способствует стойкости макияжа для жирной и комбинированной кожи. Вообще, как правило, в таких субстанциях написано, да, или кремы тональные, там, какие-то маски, сыворотки написаны для комбинированной и потом только для жирной кожи. А здесь на первом месте стоит слово «жирной кожи». То есть для жирной и потом только комбинированной кожи. Я такой расклад как бы слов в предложении вижу первый раз. И она реально матирует. Вы просто наносите, она впитывается буквально 5-7 минуточек. Ей надо впитаться как бы в вашу кожу, осесть. И она прям выравнивает поры, реально матирует и продлевает стойкость макияжа. Потому что я ее брала с собой, реально макияж на час, на два держится дольше. То есть для жирной кожи это очень много, час-два. Также она выглядит зелененькая. То же самое пипетка. Запах у нее такой очень свежий. И у меня вот она уже подходит к концу, так как я ее использую больше всего. То есть вот эти четыре сыворотки, я их взяла, конечно же, все они, то есть все новинки, вот так они выглядят, да, коробочки. То есть это написано комплимент Эксперт Плюс, где-то Ботекс, где-то Пор Контроль, то есть возьмите. Больше не видела, вот именно вот эти четыре, одна для глаз и вот три для лица. И пятая новинка, которая стояла рядом, это от комплимент коллагеновая лифтинг маска для лица белая. У меня белая, а там еще есть черная и зеленая. Ну, как бы взяла белую попробовать. Я сначала подумала, что это маска-пленка. Но нет, это не маска-пленка. У нее вот такой интересный тюбик. Видите, с какой закрывашечкой вот такой. То есть вот так она наносится. Она реально белая. Высыхает она тоже в белую субстанцию. Но она не маска-пленка. Она высыхает, и ее надо смывать. Смывается она достаточно легко. Но не так, чтобы прям смыл и все. Нет, надо спонжиком потереть лицо. Эффект есть, реальное сужение пор. То есть после нее присутствует выравнивание, да. 20 минут ее надо держать. То есть вот так она вот реально бело выглядит. И вот так же высыхает. То есть синтез коллагена, сужение пор, ровный тон, лифтинг и упругость. Коллагеновая лифтинг-маска для лица белая, выравнивает сужение пор. Так что, кто попробовал уже эти новинки, напишите мне свои комментарии, как вам, что именно понравилось, что не понравилось, какой эффект у вас есть. Кто еще не пробовал, девочки, бегом в магазин и хотя бы одну сыворотку попробуйте. Просто я вам обещаю, что у вас будет потрясающий эффект. Но надо подготовить кожу. Либо полежать в ванне и только потом сыворотку наносить. Не так, что вы пришли с работы, умылись и просто нанесли сыворотку. Как правило, сыворотки, они так не работают. Они дадут вам эффект, но чтобы прям туда вглубь кожи, желательно либо распарить, либо после ванны наносить сыворотки. Но матирующая сыворотка у кого жирная кожа, я вам просто советую. И для глаз. Для глаз это просто шикарная вещь. Она прям реально вот так подтягивает. Кто уже попробовал новинки, пишем в комментариях. Кто не пробовал, бегом в магазин. Если вам понравилось мое видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Всем любви, счастья и терпения. Всем пока!